Что же такое репеллент? Репеллент – это от латинского слога «отпугивающий». То есть это химические средства, которые отпугивают насекомых и грызунов. Выпускаются такие средства в виде кремов, лосьонов, эмульсий, аэрозолей, карандашей и влажных салфеток. В состав репеллентов входят эфирные масла, активные добавки и действующие вещества ДЭТа. Чем выше концентрация ДЭТа, тем дольше и эффективнее защита. Действующая концентрация идет от 6 до 40%. То есть наибольшее, как вы понимаете, действие 40%. Препараты с высокой концентрацией ДЭТа предназначены только для взрослых. Для детей концентрация не должна превышать 10%. Поэтому, покупая средства от насекомых, внимательно читайте этикетку. Там же ищите срок годности. Просроченное средство не просто не будет эффективным, оно может нанести вред. Непредсказуемые воздействия в виде аллергических реакций, в виде кожных высыпаний, в виде осложнений и воздействия в целом на организм. Теперь о самом нанесении. Крема для смазывания лица и тела потребуется буквально с горошину. Эмульсии или аэрозоля 15-20 капель. Репеллент берут на ладонь и наносят на кожу, не втирая. Обрабатывая кожу лица, избегайте попадания препарата в глаза и на слизистые. После нанесения может ощущаться небольшое жжение. Продолжительность защитного действия репеллента от 2 до 8 часов. Врачи не рекомендуют использовать его повторно не более 2-3 раз в сутки. А в конце дня препарат нужно смыть. Кожа – это орган, который адсорбирует в себя все химические вещества. И, конечно, после нанесения препаратов их нужно смывать. Смывать моющими средствами, желательно гипоаллергенными.